Золотые горы Сарамая. Дәме әркімге, пайдасы бәріне. Еда приносит счастье только тогда, когда она приготовлена с душой. Этот ежедневный, на первый взгляд, обычный процесс – дополнительный шанс для каждого из нас ощутить настоящий вкус жизни. В эфире кулинарное шоу «Магия кухни», я его ведущая Наталья Гавриленко. Мы приглашаем вас в удивительный и захватывающий мир кулинарии. Вам понравится. А готовить мы сегодня будем под руководством уже хорошо знакомого вам и уже моего друга, шеф-повара ресторана «The Garden» Артема Евдокимова. Артем, просим. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Очень рад быть сегодня у вас здесь. Артем Евдокимов мечтал быть шеф-поваром еще с 5 класса. Следуя своему призванию, выбрал соответствующую специальность в техникуме. Хотя говорит, что основные знания получил во время непосредственной практики на кухне. Помимо работы, Артем очень увлекается музыкой и мотоциклами. По праздникам любит баловать интересными блюдами друзей и близких. Правда, с одним условием, что повару никто не мешает. Артем Евдокимов считает, что готовить могут все, но стать поваром дано не каждому. Очень рад, что вы меня пригласили. Надеюсь, я покажу вам что-нибудь простое, но интересное. А мы-то как рады. Артем, тем более, что вы у нас уже не первый раз здесь. И наш сегодняшний гость тоже далеко не новичок на кухне. Я рада представить вам нашего гостя, всеми любимого актера и телеведущего Евгения Жуманова. Евгений. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, Артем. Приятно познакомиться. Наташечка. Здравствуйте. Мое почтение. Ой, как мы рады, что вы к нам пришли. Как я рад, что вы меня позвали. Очень, мне кажется, у нас такая хорошая компания складывается в нашей телевизионной кухне. Я думаю, да. Ну что, переходим к меню. Да. Что мы сегодня готовим? Мы сегодня с вами будем готовить. Самое главное, мы будем готовить с хорошим настроением. Это точно. С душой, как мы уже сказали. Мы будем готовить очень интересный салат. Так. Он будет состоять из, так сказать, микса салата, всякие разные травки. Мы туда будем добавлять креветки жареные и будем заправлять это очень интересным соусом. Креветки, все, для меня уже это лучший салат. Выстрел с самого сердца. Произнесли слово креветки, это уже лучший салат. Все. Абсолютно согласна. Здесь у нас есть апельсинчик, здесь у нас есть лимончик, помидоры, черри, но основное, конечно, это будет микс салат. Вот. Ну, угу. И у нас его много. Озадачиваете. Смотрите, нам первое для чего, что нам нужно сделать? Во-первых, любую зелень нужно правильно обрабатывать, нужно правильно хранить. А обрабатывать ее нужно просто в обычной проточной водой. Если у нас нет проточной воды, можно просто налить в чашечку воды. Вот, Евгений, угу. Там у нас есть вода, вы можете налить. Мне кажется, Артем вот задумал прям какие-то эксперименты, опыты поставить. А у нас есть чашечка с водой уже, не подойдет? Нет, вот эту чашечку мы возьмем. Ага. Смотрите, наливайте сюда немножко воды. Так. Я думаю, хватит. Пока воду в сторону. Теперь вам нужно взять вот так небольшой пучок. Мы и будем мыть в этой воде, да? Да, мы будем мыть. И положить туда. Все. Угу. Смотрите. Здесь у нас здесь есть очень интересный... Здесь наш космический аппарат. Да, это космическая такая летающая тарелка, так сказать. На самом деле это называется центрифуга для зелени. Угу. Она бывает разного размера, она бывает разного цвета, но основное это нужно нам просушить эту зелень, для того, чтобы она, во-первых, если мы положим дома у себя ее в холодильничек, она дольше пролежала, и для того, чтобы в салате у нас не было лишней влаги. Смотрите. Я слышал о существовании такого прибора, но не пользовался им никогда. Давайте я вам немножко помогу. Давайте. Смотрите, вы можете сейчас... Я открою эту зелень, положить сюда. Ну, а я пока что хотела бы напомнить, что генеральный партнер нашей программы – компания Eurasian Foods Corporation с брендами «Три желания», «Шедевр» и «Золотые горы». Eurasian Foods Corporation – традиции качества с 1962 года. А теперь к зелени? Да, к зелени. Берите другую, любую, какую хотите. Ну, вот петрушечку. Петрушечку, да. Петрушечку нам нужно будет, подождите, водичку сначала. Да. Но, смотрите, Евгений, у петрушечки есть большие такие стволы, так сказать. Их нужно немножко оборвать, они нам не понадобятся. Вы хорошо. Можете прям туда надергать такими веточками. Там и укроп у вас, да, по-моему, попал-то? Все, да, так попал, может быть, мы тогда уже все, да, будем мыть? Может быть, на второй чашке? Нам сейчас будет все, Евгений. Аккуратненько. Это можно будет убрать. Дальше. Здесь у нас есть немножко руколы. Руколу мы делаем точно так же. А вот эта зелень называется, кажется, мангольд. Это да, это лист свеклы. Да, я не знаю, что это, оказывается, лист свеклы. Маленькой какой-то, микроскопический. Теперь добавляйте тоже сюда. Угу. Евгений, да. Вы очень большой, красивый, сильный мужчина.
Я спасибо вас большое. Очень прошу, пожалуйста, чуть-чуть поосторожнее, понежнее надо относиться к зелени, потому что если мы ее помнем, она у нас... Нет, я не мную ее, хоть и рукопожатие у меня очень крепкое, но... Я это заметил. Да, спасибо. Но, тем не менее, то есть... Отлично, это... смотрите. Зелени женщины не жаловались никогда. Так, это мы убираем. Теперь, как говорит один ваш коллега, прощайте барабан. Угу. Сейчас выпадет счастливое число. Наталья, так, вы пока можете ставить сковородочку на нашу плиту. Угу. Я думаю, что все. Давайте посмотрим. Аккуратно. Открывайте. Что мы с вами в данном случае имеем? Мы имеем с вами... Почти сухую зелень. Да, почти сухую зелень. Вон, смотрите, сколько воды с нее ушло, да. Уважаемые друзья. Слушайте, ну потрясающе. Теперь... Пока Наталья здесь, будет жарить креветки на оливковом масле. Любимое дело. Везет, Наталья. Вы, Евгений, пожалуйста, можете вот эти большие листики взять. Руки мы с вами обязательно моем перед каждым приготовлением любого блюда. Мы эти листики нарываем не мелко, не крупно, средненько. Угу. Добавляем сюда, смешиваем всю зелень, которая у вас здесь есть. И скоро на арену будут наши креветки, да? Скоро на арене будут наши креветки. Но вы пока приготовьте, пожалуйста, сливочное масло. Здесь у нас еще есть. Давайте, я с удовольствием. Горчичка зерновая. Евгений, смотрите. Да, очень красиво, очень красиво. Очень красивая горчица. Очень, я сразу обратил внимание, еще когда в тарелочке лежала. Вы, кстати, можете попробовать ее, очень, очень вкусная. Она не резкая. Давайте. Серьезно? Да. Она не резкая, причем, ну, ее можно кушать прям даже... Ложками, так сказать. А в чем преимущество такой горчицы от вот обычной? А вот сейчас Евгений скажет, чем она-то обычна? Евгений, водички, может быть? Нет. Вот если бы была другая горчичка, Евгений бы попросил водичку. Слушайте, а можно мне тоже попробовать? Да. Я впервые подобное пробую. Это очень-очень вкусно. Сейчас я дам вам ложечку побольше. Смелее, можете прям вот... Я горчицу обычно ем очень... Не, я знаю, сколько вы едите обычно. Как это делается? Расскажите мне, пожалуйста. Это зерновая горчица. Она уже... То есть, сами основы, это берется зерна. Угу. Здесь момент того, что добавляется немножко уксуса для того, чтобы эти зернышки были. И пробивается, то есть не все зерна целиковые идут, но пробивается, как называется, блендером, короче говоря. Мы сейчас... Креветки тоже кладем? Креветки кладем. Прям вот все, начинаем. Прям да? Вот все. А сливочное масло мы пока что не сейчас еще? Сливочное масло пока не сейчас. А, хорошо, тогда мы пока что его отложим. Евгений, вот эти листики нужно оставлять целыми. Смотрите, вот это хорошая порция у нас получилась. Все, эти листики пока мы оставляем так, смотрите. Как вы думаете, Евгений, хватит ли нам это на порцию, на нас троих? Я думаю, да. Думаю, что да, на троих хватит. Так, смотрите, здесь еще есть один очень интересный момент. Смотрите, мы добавляем, как я уже говорил в предыдущей программе, в Европе, так же, как и у нас, вернее, в Европе, тимьян и розмарин растут так же, как у нас, укроп, петрушка. Практически в каждое блюдо добавляется тимьян и розмарин. Мы добавляем маленькую веточку. Наталья помнит, что потом эти веточки мы убираем. Убираем. Все, вот так. Все уже достаточно? Смотрите. Это пока жарим. Угу. Держите. Евгений, я хотела вас спросить. Да. Ведь вы же у нас опытный кулинар. Ну, как выяснилось, не очень. Я тут даже я не узнал даже травы в лицо. Но тем не менее, откуда вот пошла любовь к кулинарии? Ну, я как-то всегда любил готовить, хотя мама не поощряла никогда мое пребывание на кухне. Но, тем не менее, стремление было. Но я готовил всегда до того, как сам начал вести на одном из казахстанских каналов кулинарную программу. Почти 5 лет я ее провел. Я, конечно, до этого так разнообразно не готовил. Пока мы с вами разговаривали, креветки у нас подошли. Да. Так сказать, почти к готовности. Теперь возьмите, пожалуйста, Наталья, ложечку и добавьте туда вот буквально 20 грамм сливочного масла. 20 грамм – это где-то приблизительно пол ложечки. Итак, сливочное давайте. Масло. Угу. Евгений, я вот, кстати, вспомнил, что у вас очень крепкое мужское рукопожатие. Вы сможете поздороваться вот так же с апельсином, но перед этим разрезав его пополам и поздороваться, так сказать, на... Достаточно? Я вас понял. Да, достаточно. Масло прилипло, честно говоря. Так. Сейчас, минутку. О, боже мой, креветки с ароматными теперь, травами, еще и с сливочным Евгений, маслом. Сейчас будет ваша очередь. Я позволю себе взять инициативу в свои руки. Ну, давайте. И конечно, немножко конечно. Подсолить. У нас здесь есть морская соль. Что с прованскими травами. Чуть-чуть подсолить.
Она также продается в обычных магазинах, да? Соль продается в обычных магазинах. Прованские травы добавляются у нас на кухне. Вы их сами смешали? Я их сам смешал. Но они продаются отдельно, Наташа, да. Морская соль, и отдельно есть прованские травы. Кстати, я, если есть возможность у меня, если на глаза мне попадаются такая вот приправа, прованские травы, я обязательно покупаю. Так. Евгений, вы профессиональный кулинар. Ни одной косточки оттуда не попало. Остались все косточки. Это самое главное. Это самое главное. А мы забыли убрать травки. Сейчас мы берем с вами травку. Это самое главное, что нам не нужно было в этом салате. Такой аромат. Да, вышкребать потом. Это, да, вышкребать. Смотрите, здесь у нас с вами готова уже заправка на наш салат. А пахнет как? Да. Потрясающе. Теперь. Евгений, вы берете апельсин, но уже не здоровайтесь с ним. Наталья, вы берете помидорки черри, которые нам сейчас понадобятся. Вам, конечно, попроще, чем Евгению достается продукты. Вам нужно разрезать просто их пополам. Сейчас с кульминационный момент мы начинаем оформлять, укладывать наш салат. И все уже? Почти что все готово? Смотрите, смотрите, но еще нет. Евгений, вам нужно сейчас взять нож. Здесь у нас есть доска, сейчас я вам дам нож. Держите. Так. Вам нужно сейчас аккуратно. У нас тоже много ложек, много ножей. Почистить его от кожуры. Угу, аккуратно. Ножом. 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 Давайте я вам покажу. Таким большим. Давайте, нет, давайте я вам покажу. Впервые это буду. Смотрите, делать. Вы впервые это будете делать. Слава богу, все должно быть когда-то что-то впервые. Вы берете аккуратненько, аккуратненько. Вот так же, как вы зелень мыли, аккуратно. Вот смотрите, я уже за Евгения это сделал. В принципе, нам хватит. Я не предполагал, что вот это называется аккуратно. Так бы я смог. Так бы я смог. Не аккуратно. Все, смотрите. Теперь вы сможете аккуратно, аккуратнее, чем я, вытащить вот так вот. Вот это точно аккуратно, да? Вот эту долечку. Да, да, да. Смотрите. И аккуратно по кругу сюда-сюда, как часики, вы выкладываете помидорки, а вы выкладываете вот эти долечки. Угу. Сколько у вас получается? Здорово. Артем, я так понимаю, у нас сегодня все блюда будут с морепродуктами. У нас сегодня все блюда будут готовиться с морепродуктами. Евгений, ну да, раз уж мы готовим морепродукты, не могу я, не спросить. Я, кстати, люблю очень средиземноморскую кухню и кухню с морепродуктами. Рыбу обожаю. А вот рыбалку вы любите, к примеру? Нет, вы знаете, ни рыбалка, ни к рыбалке, ни к охоте моим друзьям не удалось меня пристрастить. Евгений, ваш микс-салат готов, да? Мой? Да, ваш. Ну это же вы делали. Да. Пойдемте сюда. И это все сюда, да, сейчас выгрузим? Это все будем сюда. Аккуратно, горкой прям выкладывайте сверху. Осталась одна помидора. Эта помидорка, может, будет вам презент. Если салат получится очень вкусный. Я ее уже съела. Отлично. Аккуратно, горкой. Аккуратненько. Так. Еще. У нас с вами хорошая порция должна получиться. Можно даже еще не пережимать, вот так. Вот так. Немножко она здесь упала. То есть, чем выше, тем лучше. Да. Вот видите, если бы мы с вами зелень порезали или помяли, оно бы... Она бы упала. Она бы упала. Наталья, возьмите ложку, возьмите креветки с соусом. Угу, с удовольствием. И также по краю, аккуратно, креветки можно выкладывать не все. По краю вот так, просто без соуса сначала креветочки. Примерно вот так, да? Да, можете сюда, поближе сюда, чтобы... Вот, выкладывайте. Сюда. Горчица, по-моему, придает прям такой интересный вид. Ой, я теперь буду искать в магазинах вот такую как горчицу. Называется? Мне она очень понравилось. Это называется дижонская зерновая горчица просто вся. Вот так. Сюда. Мне очень понравилось. Дижонская горчица, она всегда не слишком горькая? Она всегда не слишком горькая, но она бывает зерновая, бывает не зерновая. Теперь, самый вот этот пикантный, так сказать, у нас очень такой непонятного вкуса соус у нас остался на сковородочке. Итак. Им вы можете полить на микс салата, немножко на креветку. Аккуратно, аккуратно, пожалуйста. На салатик. Так. Это как заправочка. Я понял. Ну и я думаю, это финиш. Вуаля, все готово. Выглядит прекрасно. Наверняка так же вкусно. Значит, готово к употреблению. Как главному любителю креветок, Евгений, вам инструмент. Да. Артему вам тоже. Большое спасибо. Ну, пробуем. Давайте. С чего бы начать? Кусочек апельсинка, кусочек черри.
и креветочка. Это как канапе у вас? Да, 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 да. Артем, я спросил вас о том, что апельсиновый соус сочетается почти что со всем. Да, я думаю, да. А вот какие еще ингредиенты, кроме горчицы, в него можно добавлять? Сюда можно... Мы добавили, кстати, сливочное масло. Можно добавлять мед. Евгений? Ну, надо микс попробовать. Креветки тонин замечательные. А вот микс зелени, это витамины, это все свежее. Мне уже все нравится. Наташечка, налетайте на витамины. Да, Наташечка, мы вам... Оставим креветки вам. Да. Очень вкусно, очень красиво, очень нарядно получилось у нас. Да, я знаю, что очень полезно, но я как-то вот... Как-то вот? Да. Да. Я должен как-то вот... Не травоядем. Да. Это отличный соус. В советском мультфильме, в старом, фигушки, да, плотоядные. Да, нам, мужчинам, нужно, конечно, кушать мясо, нам нужно будет кушать креветки, но зелень тоже, конечно, отказывать не нужно, потому что мы, как мужчины, с вами должны не потерять самое ценное, это мужскую силу, которая есть в этой зелени. Ну вот мясо я в следующем блюде не обещаю, но морепродукты тоже точно будут, и будет также еще зелень. Микс-салат с креветками в апельсиновом соусе. Креветки обжарить на оливковом масле с добавлением сливочного масла, сока апельсина и горчицы. Зелень вымыть, хорошо просушить. На тарелку выложить по очереди половинки помидоров черри, дольки очищенного апельсина, горку микс-салата и креветки. Готовый салат полить получившимся соусом от креветок. А теперь мы переходим ко второму блюду – дорадо, запеченное с прованскими травами. Артем, травы видим, дорадо видим. Что делаем? Да, так, мы с вами будем запекать очень интересную, очень вкусную рыбу, которую я предварительно снял с кости, так сказать. Так. У меня здесь есть только филе, а оно на коже. Вот, травки прованса у нас есть свежие, но также у нас есть морская соль. С травками. Сушеными. Да, не забываем травками. Про нашу морскую соль. Так, Евгений, да. Вы, пожалуйста, возьмите у нас фольгу. Так. И сделайте небольшой, так сказать, чуть-чуть побольше. Вам нужно будет сделать конвертик. Отрывайте. Угу. То есть рыба у нас будет запеченная в духовке, запеченная в фольге. Запеченная в фольге. Угу. Так, давайте я вам помогу. Отлично. А, отлично. Давайте я. У нас конверт фантазийной формы. Смотрите. Аккуратненько. Евгений, скажите, пожалуйста, вам когда-нибудь доводилось ли в кино или в театре играть, может быть, повара или человека какой-то, который имеет какую-то принадлежность к еде? Я, вы сам знаете, по жизни все время имею принадлежность к еде, и по мне это очень видно. Нет, я в театре и в кино никогда повара не играл. Я в кино, вы так громко всегда говорите, вот кино говорите, в кино снимался. У меня фильмов, если вот на одну руку посчитать можно будет, то хорошо. Поэтому, то есть, я к казахстанскому кинематографу имею отношение весьма-весьма такое. Ну, вы все восполнили на телевизионной площадке за это. Да, вот на телевизионной, да. Угу. Ну, ладно, переходим к нашему конверту. Так, 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 что у нас здесь есть? Я предлагаю эту рыбку сделать с овощами. Угу. У меня здесь очень интересный такой набор овощей, он тоже разноцветный, такой яркий, красивый, для того, чтобы рыба у нас была нарядная. Не просто так, рыбка и все. Смотрите, Наталья. Вот это, мне кажется, самое главное украшение. Это тыква, да, это мы все будем нарезать. Евгений, вы можете сейчас взять цветную капусту. Евгений, брокколи. Брокколи, цветную капусту. И отрезать несколько соцветий отсюда. Вот, можете даже оторвать. Сколько вы хотите, можете два, можете три. Так, а что мне, вы доверите? Так, вы можете сейчас... А можно тыкву? Вот? Да, вы можете взять тыкву и не больше вот этого помидорки, вот этой помидорки не больше, отрезать 4 кусочка. А я, как всегда, займусь своим любимым делом. Форма не важна какая, кубиком. Да? Я буду чистить лук-шалот. Это лук, который имеет небольшой размер. Он не горький, он очень красив. Мы будем запекать эти овощи вместе с рыбкой. Угу, это я понял. С растительным и оливковым маслом вместе.
Так. И поставим потом это все в духовочку. А лучок-то мы как-то режем? Лучок нет, мы можем оставить так целиком. Если вы хотите нарез, можно нарезать. Хорошо, а что мы делаем с пореем? А с пореем мы будем с вами делать очень интересную такую вещь. Это для декорации? Это будет для запекания. У него очень вкусный аромат, вы потом почувствуете. Пока вот это нам не нужно. Мы берем в сторону. Смотрите, что нам нужно. Обычно лук порей использует вот эту белую часть. Но мы будем использовать зелененькую. Вот эти вот два больших листочка. Вернее. Вот можно мне вот это, да, вот проделать? Вы можете сейчас отрезать просто зеленую часть и дать мне. Здесь у нас с вами есть растительное масло, да, которое Наталья сейчас нам даст. Да, с удовольствием. Есть оливковое масло. Угу. Сюда. А где мы будем мешать? Прямо вот здесь? В отделе посуде? Евгений, вы как человек творческий, вам сейчас нужно будет сделать красивый натюрморт, но здесь. Угу. Смотрите, с чего мы начнем? Здесь у нас есть лук порей, который мы положим в самый низ. Угу. Чуть-чуть можно оливковое масло сразу сюда, чтобы не прилипло. Чуть-чуть. Все. Выкладываем, смотрите, аккуратненько. Сюда. Порей. Сверху я вам предлагаю сразу сейчас положить наше дорадо. Так, мы ее не солили, не сейчас перчили, пока ничего. Да, выкладываем дорадо кожей вниз. Сразу две части. Нет, вот так вдоль выкладывайте. Наталья. Эти листья порея напоминают мне какую-то лодку. Напоминают листья банана. Ну, знаете, в банане мы обычно листья не едим. Пальмовые листья. Да, банановые листья, пальмы. Смотрите, теперь нужно обязательно подсолить. Евгений, я вам доверяю. Благодарю. Так, все. Теперь по поводу нашего натюрморта. Итак. Вы видите здесь тыкву, вы видите здесь капусту, вы видите черри. Здесь черри, вы видите прованские травы, которые нам сейчас понадобятся. Вот давайте я начну, а вы можете по очереди выкладывать так, как вы хотите. Угу. Я сейчас две веточки. Я лук разрежу пополам. Раскладывайте, пожалуйста, все. Выкладывайте, делаем красиво. Так, все естественно. Много овощей нам тоже не нужно, вот так, я думаю. Давайте, Евгений, можно я вас немножко поправлю? Я бы цветную капусту, вот беленькую, ее бы пополам разрезал, чтобы она у нас запеклась быстрее. Сильно крупная получилась. Да, я думаю, что сильно крупная. А? Еще у нас есть лук порей, которую белую часть я тоже отрежу. Итак, вот вы нарезаете белую часть. Да. Она у нас будет как раз-таки запекаться, да? Она у нас будет как раз-таки запекаться. Евгений, вот это тоже вот такие колесики красивые. Для того, чтобы выложить туда. Красиво. Я думаю, здесь не хватает шалот. Шалота и черри. Черри режем? Да, резать не надо. Вы можете шалот не резать пополам. Вот вы как разрезали, можете вот так вот. Можете пополам нарезать, только не мелко. Можете, вот так отлично просто. Евгений, вот тоже можно поучаствовать? Да, конечно, Наташечка. Ну как же, вы же главное здесь. Теперь. Ох, мне кажется, очень красиво. Теперь немножко растительного масла на овощи, чуть-чуть. Пожалуйста, потихоньку. Нет, это оливковое масло. Простите. Только на овощи, не на рыбу, только на овощи. Чуть-чуть. Это очень много. Это очень много. Давайте. Мне так сложно рассчитать. Давайте, аккуратненько. Все, давайте, хватит. Теперь чуть-чуть оливковое масло я на рыбку добавлю. И, пожалуйста, теперь потихонечку с овощи тоже чуть-чуть подсолите. Только немного. Артем, я вот вас хотела спросить. Ну, понятное дело, что дорадо у нас, конечно, не водится, но тем не менее, вот остальные овощи, скажите честно, вы предпочитаете откуда-то привозить или покупать наши местные? Лучше, конечно, наши местные, честно говоря. Единственное, вот скоро начнется сезон наших местных овощей, когда редисочка и морковочка будет с грядки, когда помидор будет с дачи, и я думаю, это самое полезное и самое вкусное, то, что у нас будет иметь. Но... Да, в любом случае, какое бы ни было время года, мы все равно всегда призываем поддерживать наших отечественных производителей и присоединяться к акции «Покупай казахстанское». Поэтому я думаю... Ура! Ура! Да. Заворачиваем и отправляем путешествие на минут 15-17. В жаркие страны. В жаркие страны. Артем, за что вы любите дорадо? Я за...
Я думаю, что это рыба. Во-первых, она универсальная, ее можно готовить. Из нее можно готовить суп, из нее можно готовить первое, из нее можно готовить пасту. В ней очень мало костей. Она не слишком жирная, не слишком сухая. Она... Ну, я мне кажется, вот немало рыб таких, которые обладают такими качествами. Да. Нет? Именно дорада такая особенная? А, дорада. Ну, у нее есть, конечно, конкурент сибас. Но я думаю, они где-то находятся рядом. Они, в принципе, даже... Если, например, положить две разделанные рыбы, очень тяжело отличить. Но если это целиком... Кстати, дорада еще можно запекать целиком. Это тоже очень вкусно и очень красиво смотрится на тарелочке. Да. Евгений, пойдемте, берите. Отправляем? Да. Здесь я вам торжественно открываю дверь. Угу. Отправляем. Ставим на... На сколько минут? На 17 градусов? Минут. Какая точность. Ну что ж, мы ждем 17 минут, а потом начнем лакомиться прекрасной дорадо с прованскими травами. Наши 17 минут пролетели как одно мгновение. Все благодаря магии кухни. И я уже готова вручить заветные перчатки. Нет, уж давайте, поскольку я ее, как говорится, давайте туда вставлял, так давайте я и выну. Я буду вашим ассистентом. Хорошо. Так. Аккуратно. Пахнет вкусно, ох, ребята. Ох, Евгений. Можете давайте ставить куда-нибудь сюда. Евгений, ну, я думаю, руководить банкетом тоже предстоит вам. Уже да? Прям вот не да терпится увидеть, что же там. Ну, ребята. Наталья, это... а вы пока можете... Нет, давайте, Наталья, вы присутствуете при этом торжественном моменте. Я хотела вот подать вот такую тарелку. И кусочек лимончика. Как думаете, подойдет? Опа-па. Отлично. Красота. Евгений, по-моему, вы зацепили фольгу все-таки. Давайте я попробую. По-моему, да. А вот сейчас давайте вы теперь... Мне кажется, вот этот вот сок, который на фольге, он самый вкусный. Этот сок на фольге нам еще понадобится сейчас. То есть это такой соус? Это такой, да, соус будет. Евгений, на рыбку буквально такой ваш автограф. Угу. Роспись. Вот. Как кухонный художник вы. Ваше панно натюрморт готово. Красота. Запеченная дорадо с прованскими травами. Овощи порезать на небольшие кубики. Цветную капусту и брокколи разделить на соцветия. На фольгу выложить зеленые стебли лука-порея. Сверху кожицей вниз филе рыбы. Посолить, поперчить. Сверху расположить прованские травы, а вокруг овощи. Рыбу сбрызнуть оливковым маслом, а овощи растительным. Сделать из фольги конверт и отправить рыбу в разогретую духовку на 17 минут. Угу. Можем пробовать? Я думаю, можем. Приступайте, Наташа. Ну, давайте, с удовольствием. Ой, так, как приготовилась рыбочка, хорошо. Рыбка. Да, рыба шикарная. Коктейль с прованскими травами. Угу. Ой, какая мягкая тыква. Хорошо. Вы знаете, здесь вообще на самом деле сочетание вот разных овощей, сочетание прованских трав, сочетание... Подождите, пожалуйста, Евгений. Нет, можно... вот мне не Подождите. Надо. Прошу вас. Я хотел вы любите лимон? Я все, что кислое, уксус, лимон, вот мне кислоты как раз в организме не надо. Я никогда лимон не добавляю даже к рыбе, и никогда пельмени не приправляю уксусом. Это такая моя индивидуальная особенность. Смотрите, рыбка у нас взяла вкус и запах практически всех овощей. Отлично, очень вкусно. Ну, что бы я хотела сказать? Конечно, готовить на кухне с двумя мужчинами, которые на кухне как рыба в воде, одно сплошное удовольствие. Джентльмены, спасибо вам большое за интересные рецепты, за прекрасную компанию. Спасибо. За такие блюда, которые получились у нас в итоге. И я, как радушная хозяйка, не могу оставить вас без подарков. Да. Это было ожидаемо. Да, потому что вы все уже увидели. Но тем не менее, это корзина с продукцией нашего генерального партнера. Евгений, держите. Спасибо. Компания Евразия Фудс Корпорейшн. Здесь мы видим бренды «Три желания», «Шедевр», «Золотые горы». Все, с чего можно приготовить такие вкусные блюда. Ох, Артём. Спасибо большое. А это вам. Я думаю, предыдущую корзину вы уже успели применить. Да, уже успели.
съесть, так сказать, съесть, да, приготовить и применить. Поэтому вот еще одна. Наташечка, большое вам спасибо, что позвали. Большое спасибо за подарок. Спасибо вам за науку. Вот, вместе вот получилось такое замечательное. Так что, ну, я к еде неравнодушен. Ну и к вам, конечно же, тоже. Ой, приходите к нам еще. Зовите, спасибо, Наташа. Большое. Ну что ж, друзья, это было самое вкусное шоу страны «Магия кухни» на телеканале Хабар. Приятного аппетита!